На празднике принято дарить подарки и говорить слова поздравлений. Сегодня мы предоставили возможность жителям нашего города признаться в любви своим матерям. Мою маму зовут Шпрунг Лидия Андреевна. Она живет в хуторе Бараниковском. Ей уже в этом году исполнилось 80 лет. Я ей желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мамочка, мы тебя все очень любим. Баштовая Мария Федоровна, маму зовут. Мамочка, любимая, дорогая, поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю тебе счастья, здоровья и чтобы мы тебя не огорчали. Мою маму зовут Селигор Наталья Николаевна. Хочу поздравить ее с Днем Матери. Она у меня самая добрая, любимая, всегда готова мне помочь. Всегда заботится о своих детях, и мы ее все очень сильно любим. Я поздравляю свою маму с Днем Матери. Ее зовут Елена. Я желаю ей счастья, здоровья, чтобы она была всегда такая же красивая. Я хочу очень поздравить свою маму Ларису с Днем Матери. Я ее очень люблю и желаю ей всего самого наилучшего, и всем матерям тоже. Я ее очень люблю. Я рада, что она еще жива и что мы можем погреться у нее, возле нее, с ее добрыми, ласковыми руками. Всех матерей поздравляю от всей души. Правда, берегите мамочек, пока они живы. Потом будет поздно. Мы можем поздравить бабушку Кожевникову Веру Федоровну. Она у нас живет в станице Троицкой. Здоровья крепкого-крепкого. Чтобы она не болела, чтобы у нее, как сказать, были силы, чтобы она улыбалась. Не знаю, наверное, все. Маму зовут Ира. Хорошая женщина, умная. Вот, мамочка, поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю тебе всего самого наилучшего. Мама, поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю тебе счастья, радости и здоровья. И всего самого лучшего. Мою маму зовут Голубова Анна Васильевна.